Вы спрашиваете, где же индекс слов? Индекс слов я вам послал в январе. Это не индекс слов именно к изданию GitaPress, но все же лучше, чем ничего. Итак, издание GitaPress у вас есть и так. Следовательно, рассказать и добавить мне больше нечего, но указатель, значит, индекс всех слов, возможно, вас заинтересует. Значит, помимо, значит, здесь в скобках указано, значит, что это слово мужского рода встречается 103 раза в Рамаяне. Значит, нет, не 103 раза в Рамаяне, оно встречается 103 раза вообще в корпусе, а в Рамаяне раз, два, три раза. Значит, ссылки на конкретное вот это словоупотребление перестали работать. Сайт обновил формат. Раньше ссылки были вот такого формата, а теперь такого. То есть поменялся сам ID, сам номер. Вот. Но на сайте работает поиск, поэтому можно найти слово все равно и взять слова, которые встречаются в Рамаяне. Вот тогда, нет, все-таки 103, это именно 103 раза встречается именно в Рамаяне. Вот. Значит, и в экселевских файлах есть все слова. Все слова из Рамаяны. Вот. Значит, помимо этого я сделал текстовые файлы. Значит, всего 147 тысяч разных словоформ встречается в Рамаяне. Если оставить уникальные слова и корни, остается 11 тысяч. Вот. Список этих слов я могу упорядочить по алфавиту Деванагари, по началу или по концу. Могу упорядочить по концу, чтобы получился обратный список. Надо ли вам в этом списке знать? Слово это прилагательное, а именно в том употреблении, в котором оно встретилось в Рамаяне, или глагол какого класса. Необходимо ли это? Поможет ли это? Расскажите, чего вам не хватает, и я постараюсь помочь. Спрашивайте.